Так, я не опоздал? Рыбе плохо. В натуре. А кальмара нет? Я этого успокаимкой. Смотри, что сейчас будет. Давай. Нормально. Круто было. Надо одного взять. Парочку ягодок. Унес. Так, а у меня места уже нету. Ладно, сейчас. Ну, я цветочек выкину. Ладно. О, да. Может, я умер на это. Тут револьвер. Может, я умер, а наш сад удачи это понизился, потому что я сейчас со скаджа супер выбил. Ты хотел револьвер, кажется, ну вот он, лежит. Ну, патроны к нему были на 2 карты назад. Можно вернуться будет как-нибудь? Хрена он, блин, толстый. Где этот цветочек ты выкидывал? Не помню. Точно. Я его взял. Хорош. Тебе сколько его? Да, один нужен. Ладно. А то мне что-то это... Ну... Вариантов пока мало. Крал кубики? Зато патроны к нему можно не пускать. Может, на брут его потратить, а то он что-то там мощный какой-то. Кого именно? Хотел бы ему хедшот поставить, ну, но а он сейчас это успокоится. Пил. Ой, 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 ой. А, блин. Он мне что-то оторвал. Ты будешь подыхать сегодня? Молодец. Беги. Беги, как ветер. А что-то бинтиков нету. На, положи у меня единственный. Да, чёрт тебя, чувак. Ничего нет. А он пустой был. Ни хрена ты подкат еще сделал. Случайно вышел. Я еще по тебе палкой постучал. На, удобно, что можно хавать и... Отпраздновать. Да. Так. А можно с двух рук с брутпуши? Круто было. Цык! А, ну ладно, пошли. Дверь шатает. Ой! Дверь шатает, капец. Кровь течет. На, еще. А, ну ты там найдешь. Да. Например, вот это. Интересно, короче, чем можешь само по себе пройти? Мне кажется, нет. Ну ладно. Типа того. Справедливо. А может, когда у тебя здоровье заживает, может, в этот момент там... Вот смотри, что будет, смотри, сверху. Класс. Почему мне так нельзя? А что, дискриминация? Че, будем фарм-рум лутать или зарашим чисто ради пушек? Фарм-рум давай зарашим. Давай. А заодно я пушку здесь оставлю. И возьму мега-палку. Опа-опа-опа. Могу ли я его по лицу ударить? Точнее, а под затык. Ладно.
Нифига он сильный. Лол. Прям под затыльник провесил, он оружие выкинул. Ты из него еще кубики вытряс. Я что-то по лицу получил от него ладонью. Было больно. Круто было. Что-то как-то и кубики вытряс, и аптечка. Все вообще вытряс из него. А что-то оставил тут. Ой, нечаянно. Это как раз, чтобы сюда потом не возвращаться. О! Шикарно. Я лифт за это заблочил. Прикол. Ай, а зачем нам облочить? Так даже лучше. А так удобнее. А брутпушку можно здесь, кстати, потратить. Давай. Я там крала избил. Че, раш, ладно. Я прям в коридор просто специально буду стрелять. Ну и еще по вот этим. Пакет, ребят. Хорошо, 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 хорошо. Привет. Ну ладно, я тогда их развлекаю тут. Крал переросток. Бля, что-то мне по лицу сильно ударили. А мне ударили настолько сильно, что мне теперь хапает. Ну ладно, я пока тут развлекаю их. Давай. Их взрывчатка с большим шансом обезоруживает. Последний снаряд, на, блин. Так, выкидываем. Самое смешное, они меня вообще игнорируют. Все к тебе почему-то бегут. Ну. Пистолет взять. Да. Ок. Нихрена патронов, блин. Ну, ты, падла, а чё столько патронов? Сильно. Чё, тебя там вызвали? Да, пожалуй. Хотя что-то сам тут по лицу ещё получаю. Я весь щит срал. Прикол. Да. Посмотри, что у тебя там происходит для начала. Ну, так, что-то я сам получаю. Ну я какое-то количество себя отвлек. Ух, блин! Мне голову на ходу снесли. Нифига себе. А чё ты там делаешь? Ну их там... Штуки три, что ли? Давай, ты успеешь. Попытаться просто хотел, чуть-чуть хотя бы. Подними меня сначала, позже уже, да. Вон он. Хорош, поднимай меня. Побежишь? Вообще лучший. А мы полностью всех победили уже. Нет, не всех. Они в комнате застряли. Надо быстро это, что-то делать и носить отсюда все, что можно. Так. Давай, ты тогда меня зашьешь, потому что я еще ничего не вижу. Сначала щупал кину. Так. Пока приготовлю. Я на рабинтик еще на. Круто. Как бы в тебя не выстрелить. Вообще то, что у меня голова почти это. Нуля. Так, остальное твое. Я сейчас быстро залутаю и обратно. Давай. Супер, в принципе, есть. Супер, точно, круто. Как ты там умудрился щит профигачить? Я такое чувство, что ко мне все бежали, потому что там вообще по три крала все время выбегало. Я вообще такой рукожоп бешеный. Короче, я унес сколько смог. Вот тебе компенсация ущерба.
Ну это я уже поднять не могу. А факел оставить или выкинуть? Мне кажется, выкинуть его. Давай. Теперь понимаешь, зачем я лифт отсюда это? Правда. Ни хрена патронов. Да. Ты где их столько нашел, бля? Да чё-то. Почерали. Старт. Перелер, хочешь, говорю? Я вот эту пропал хотел. Или не хочешь роллер? Не, нафиг не нужно. Ну, тогда я его выкиду. Я хочу с двумя палетами. Топ. Блин. Так, мега палка, мега шока, мега плака. Ну, вроде как звездный набор. И еще три свободных слота. Три свободных слота. Можешь тогда взять аптеку. А, справа куча патронов в плане. И ягод. Но нам вроде как надо заражиться. Ну что, готов к новым приключениям? Угу. Погнали. Получай паду потом. Вызывай. Отлично. Еле сюда попал. Вот и время ягодки. Вот здесь, короче, надо, знаешь, что сделать? Фу! Хорошо. Сейчас, короче, сначала залезть надо туда, вот посмотреть, как залазится. Типа, вот, чтобы быстро. Да. Ни хрена там, что столько народу умирает. Потом взять рокет. А это я им там это, кровотечение наложил. Пока бежал с флаги. И взять, короче, рокет. А рокета нет. Ладно. Да, блин. Из ретурн-то напали пушка. Так, можем еще, знаешь, что сделать? Тут вроде есть два ящика. Но палку я тебе оставлю, на всякий случай. Тут где-то второй ящик. Я, конечно, бы видно было бы еще. А-о. А-о. Так, на эти позалез. Имба! Это с чего ты херачишь? Это с этой штуки. Сука! Ёпта! Имба! Ладно, этот обезоружен. А я побег. Еще думал, что это плохой выбор. А ты где вообще? На другом ящике засел. Просто я забыл выключить спринт, и поэтому переволновался. Ай! Больно же. Мне по ноге попали? Как? Я вроде голову высунул. Бум. Больно тебе, мистер Кром. Ну я тоже. Как ты думаешь, кому из нас больнее? Ай, ты мышка. А где еще один? Ага, нашел. Улетел. Капец, там садист. И самохер. Ой, здрасте. Если честно, я не ожидал такого ошеломительного успеха. Реально. Сейчас прочекаю. А вот что ли? Вот здесь. С другой стороны, я был один. Все, последний патрон был. О. У меня еще много в автомагах. Ошеломительный успех. Блин, они так классно тут отрезались. Ай, ты можешь, себе не попадают. Мне даже можно не лутаться. Это что такое?
Прям дохерена аптечек. Все жесть. Я дальше так увидишь. Да блин. Это из тех аптечки упаду. Перестали супер упадать. Поляво кончилось. Ага. Ну у меня есть супер один. А мне нужна великая палка. Как он до сюда труп долетел? Капец, их раскидал рокет. Ой, блин. Ой, блин. Чё, стоит это аптечек воскидывать вентиляцию? Думаю, что стоит. Давай. Это очень хорошая идея, о которой я бы не додумался. Оставим половину, типа, здесь. Ну, понятно, не все мы будем кидать, мы заколебем все это делать. Да. Как колебательная система, блин, кальванические кальбаноны пригодрить. Вообще. В общем, я себе набрал, ты все набрал. Сейчас еще. Вот. Хотя можно все скинуть, тут их чуть-чуть нет, осталось. Все лучше не надо, на тот случай, если мы вдруг вернемся. Mm-hmm. Это там непонятно, почему тут еще ждет закрытие. А сколько у тебя бинтов? 5. Ладно. Ну погнали, че. Яй. Сюда. А, можно 100. Еще поскидывать. Ясно. Я сразу залутал. Опа! А мы не зря это сделали. Я слышу злых конкурентов. Флаги? Да, ну-ка проспань туда. Как пыщи. Флаги. Так, давай сначала. Так. Близко. Ну, шелка я рискну. А то сейчас ну, себя да. Попаду еще. Вроде пока никого не залил. Погнали. Чисто. Отходи. На удивление. Что-то завалено. Ой. Ладно. Ни хрена. Здрасте. Капец текстуры. Обалдеть. Вообще. Как такие? Опа. Здрасте. У меня такой магния попал. Ух, блин. Нифига их там спамят. А сейчас все желтое. Ну это потому что элитное. Знаешь что? Я сейчас это. Ну, наверное, поэтому. Факел возьми. Какой бы коридор сходить? Да, в который посветлее. Ну, ты пошел в самый темный. Там какой-то вообще без света был. Что на тебя-то? Ай. При том, что я ее вроде спровоцировал. Ой. О, спаун. Лутайся. Припаром. Что-то их как-то мало заспавнилось. Ну я пошел опять в темный коридор. Изи. Опа. Нашел опыт. Ух ты. Мне кажется, нам надо тут устроить это. Взрывай! Кайф. Забавно. А вот это что такое? Пусто. Вентиляция пайк. Круто. Угу. Опа. А где? Где пупайка? Потеряшка. Ой, я там нечаянно свет сломал. Ну ладно, чё, идём в вентиляцию? Обогадя, если другую.
Мы она не пробовали. Открывается. Я вообще никак не смог ее открыть. Печалька. Бум. Ребята. Собаки. Аптечки принести часть. Точно. Идеально. Ты гений. Да вообще все тащи. А то я что-то про них забыл. Реально забыл. Бля. Ой. Блин. Это вы. Ну а больше места будет как раз. Я, может, пока народ там найду. Давай. Ага, понятно, там кралы. Две штуки осталось. Мистер Крал, не хотите ли немного соки? А у него какие-то особые это. Я хочу его посох. Особый посох? Угу. Мистический посох крала из УТ-99. Да. А это случайно не крал босс? Чё-то тебя нет тут, вообще темно стало. Держите, мистер Крал. Ты был под светочкой удобный. А куда он плохо? Больно. Ты ж мышь усатая. Все, пробежал. Уи. Можешь вообще мам на максимум обхаваться. Это я еще сделаю. От кого-то там драсте. Он двигается? Ну-ка, погоди. Но как минимум был живым, когда мы в последний раз поздоровались. Нет, о нет, ай-яй-яй. Капец, ты прям вот все тут мимо наших пуль пробежал. Это на работу. О, кар. Я хочу его посох. Давай. А чё там мистически? Там кто-то застил. Ну и? Это мы смотря. Давай его сломаем. По лицу я убью. Ни хрена он сильный. Капец прочный. Капец бокс, блин. А ты можешь посмотреть, сколько у него здоровья? Ты хочешь, что у него бесконечное? Потому что я уже минуту такого стою по лицу бью. Крал Элит. 1400... Нет, подожди. 1-4-9-3-2-0-9. А было? Мне кажется, у него 1 000 000 хп. Я так понимаю, удары ему мало сносит. Очень. Давай вам кровотечение наложим. Я пока пойду ногу по это примонтирую. Давай. Вот ладно, это... я чуть-чуть побью, чтобы у него кровотечение там. О, ноги отжали у меня. Блин, капец, крал с 1 000 000 хп, серьезно? А что такое возможно? Что он там делает вообще? А чё, палка... палка закончилась. Прикинь, она это... не восстановлена. Она разряжается. Привет. Он еще с таким лицом на меня смотрит. Добрыми недоверчивыми глазами. Вообще. Ну-ка, клонилось кровотечение там. А ему вообще кровотечение накладывается.
Да вроде накладывается, но как-то незаметно. Ну, по крайней мере, непонятно. Сколько здоровья? 1 408 000. Ты знаешь, это, наверное, раз... Сколько? В 40 больше, чем у Варлорда или как-нибудь Королевы. Так что, думаю, это надолго будет. Да мне кажется, блин, Варлорда и Королева там по пару тысяч. Можно, короче, комп на ночь так поставить и... Да. И автокликер поставить. Это просто зажать там любую кнопку, какую угодно. Он рил уж гибкая настройка. Какой игрушка. Вообще. Блин, слушай, мы ему таким темпом снесли только 1000. У него что, еще резист, что ли, урона? Вернее, не 1000, а 10 000. Мне кажется, это бесполезно заниматься. Ну это забавно. Че он вообще там забыл? Он забыл охранять кнопку. И тут конец. А у тебя есть что похилить? Похилиться, что ли? А тут давай, аптечки были еще. Ладно. Засовывай. Раз на то пошло. Ну что, готов к новым приключениям? Интересно, его выпустят? Обязательно выпустят. Давай тогда сразиться с ним. Либо я, знаешь, что могу сделать? Проверить, он будет атаковать нас. Ну-ка. А здесь что? Ну здесь тупик. Значит, скорее всего. Может, его и не надо бить, может, он добрый. Хрен его то узнает. Ну погнали. Если что, там коробки есть, за которыми можно заныкаться. Давай. Бонзай. Спасай. Ой. Ой. Ладно. Ой. Нет, нас поймали. Круто. Так вот для чего он там нужен был. Он просто запереть хотел.